It's the stairs.
Ich wollte ihn den Bischof werfen. Брат Волка, я здесь! Как ты нашел меня? Где Тока? Тока догадалась, где тебя искать. Она в Миллионе ищет твою пропавшую стражу. Я потерял Энгельвина, но солдат сказал, он поехал в местную церковь. Идем, проберемся через трущобы. Даже сюда доносится вонь мочи и грязи. Сигфред, я не допущу, чтобы война пришла в Англию. Мне нужна встреча с Карлом. Зачем? Торговаться с этими треллами? Ты что, не помнишь о моем побратиме? Помню, потому-то я и должен. Для того я и приехал. Я убью Энгельвина, а ты устроишь мне встречу с королем Карлом. Тебя не образумить, брат Волка. Такой же дикий, как твой лесной побратим. Правая рука короля. Собирает сторонников, нет сомнения. В самом жарком бою мы будем драться мужественно и доблестно. И победим зло, как побеждали всегда. Самодоволен, как всегда. Рядом с ним Газлем, епископ парижский и грозный воин. Для франков, конечно. Этих пока оставим. Чтобы добраться до Энгельвина, тебе нужно найти способ попасть в его церковь. Может, вонь приведет тебя к нему? Не слишком надежный проводник. Будь это легко, я бы давно убил его сам. А у тебя есть преимущество. Тебя эти люди не знают. Этот волк Сигфред почти у наших ворот. И чего он хочет? Того, чего хотят все норманы. Крови и серебра. Ваших и моих! Я-то им хорошо знаком. Кто-нибудь там внизу что-то дознает. Главное — суметь развязать языки. Ты даешь мне слово. Потом мы найдем Карла. Ладно, только поспеши. Нельзя надолго оставлять Миллион без защиты. От франкской вони меня и так тошнит. Его трое? Оскорбительно. Я справлюсь. А ты ищи Энгельвина. Он прячется в своей церкви. Ты прошмыгнешь внутрь, уболтаешь кого-то из его людей или зальешься кровью? Как сделал бы ты? Они это заслужили. Но ты, сестра Волка, тебе не нужен мой совет. Так что ты сделаешь? Я найду свой способ.
Это облачение явно для какого-то обряда. Оно может пригодиться. Граф Н, защитник Парижа и слуга короля. Он сказал вам правду. Норманам нельзя верить, потому как они норманы. А это значит... Словом не удостоит, пока беда не случится. Дай послушать! Хлебушка или монетку? Хлебушка или монетку? Ты здесь хозяйка? Хозяйка? Человек наивный сказал бы, что да. Чего ты хочешь? Дела идут неплохо? Если буйная орава солдат, надирающихся вином за мой счет, это неплохо, то да. А тут еще и этот старый пропойца. Видишь, жалуется на епископа всем, кто готов слушать. О, я бы его выставила, но, признаюсь, мне нужны его деньги. Мне нужен епископ. Епископ? Уж точно не в нашей дыре, Монами. Он не желает марать свои святые стопы. Но здесь бывает один священник, писарь епископа. В прошлый раз он проповедовал целому отряду солдат. Спасибо за помощь. Ты, видно, из тех, кто не прочь послушать жалобы. До встречи. Вино развязывает языки, как и Эль. В таверне я наверняка узнаю, как попасть в нужную церковь. Кто-то должен доложить епископу, что тот писарь больше его не побеспокоит. Я не пойду. Мне еще есть что пить. Да и не хочу я к нему идти. Для слуги Божьего у него ужасный нрав. Je suis bien. Et t'es?
Мне уже... Епископу нужно от моей доченьки. Она добрая, безгрешная. У меня никого больше нет. Ты говорил о епископе? Он забрал мою дочь. Забрал! Она умница, послушная. И она не воровка. Кто забрал твою дочь? Сам епископ? Люди епископа в трущобах. Сказали, что она украла серебро, что ей нужно избавление. Что? Что ты сказал? Я найду твою дочь, а она поможет мне добраться до Энгельвина. Можно поискать дочь этого пропоицы в трущобах, а можно еще послушать здесь. Покажи мне. Даже для епископа это слишком. Энгельвин явно служит не одной только церкви. Мне не нужно избавление! Оставьте меня! Опасно! Сюда! Еще б чуть-чуть. Не благодари. Твой отец сказал, ты у епископа. Отец? Да, это люди епископа. Но я ничего не крала. А эти мерзавцы тащили меня на избавление. Обокрала епископа? Смело.
Я же сказала, что не крала. Ну, не крала серебро. Лишь взяла ключ от церкви. Он мне нужен. И людям епископа был нужен. Но я продала ключ разбойникам в водостоках. Задешево. Так, теперь еще и с разбойниками воевать. Не благодари. Удачи. В стоках гнусно. А мне нужно к отцу, пока его снова не вышвырнули из таверны. Должно быть вход в стоки. Свежий след. Разбойники рядом. Острыми зубами. Они, значит, пошли наверх. Значит, они еще и торгуют. Этого ключа христианский крест. Это ключ от церкви.
церковь-то? Вас attendance. Сейчас солсес и бунжет. Нужно найти писаря. Что видишь, Сюнин? Я ищу одного священника, помощника епископа. Писаря. И ты тоже. К нему нынче зачастили. Видно, дело серьезное, раз так. Обычно так нам редко заходят. Так писаря искал кто-то еще? Городская стража. И он явно был не рад их видеть. Они поспорили, а потом все пошли к водостокам. Расскажи мне, где это? Прямо за холмом. Но берегись. Туда бросают тела умерших от чумы, там адская вонь и нечистоты. Стоки. Солдаты верно повели писаря внутрь.
Да, это запах смерти. Тела мертвых здесь гниют и разлагаются. Это тело сгнило прямо в воде. Оно здесь уже явно давно. Чернила растеклись, но похоже на какой-то список. Думаю, это обронил писарь. Тела умерших от чумы, как сказала монашка. Видно, их принесло сюда. Вот и писарь. Судя по всему, Энгельвин утаивал часть десятины. Писарь узнал, что епископ крадет деньги из казны, и вскоре расстался с жизнью. Здесь пароль Иов 1.21. С его помощью можно попасть в церковь. Thank you.
Сюнин, укажи путь. Иди, Сюнь, ка сюэ сюэ сюэ. La Sainte Cosse del Sainte... Стража тяжело вооружена. Нужно быть на страже. Десятина собрана и подсчитана. Прекрасно. Где те, кому поручено другое дело? А, они еще не вернулись, отче. Что? До сих пор? Если они опять пьют в таверне, то пусть прощаются с головами. Проследи, чтобы доложили мне, как только вернутся. Епископ очень хочет знать, выполнен ли его приказ. Возвращайся к своим делам. Церковь, видно, закрыта. Из-за чумы. Но десятину заплатить можно. Твое пожертвование Господь тоже примет. Иов, 1:21. Откуда ты знаешь пароль? Разве мало того, что я его знаю? Может, ты жаждешь расспросить самого епископа? Странно, что он ничего мне не сказал. Но ладно, проходи.
Пропустите Нормана! Я слежу за тобой, Норман. Лучше не задерживайся. Каждый из вас грешен и отпал от Бога. А почему вы грешите? Нечто в каждом из вас толкает вас к греху. Лишь Господь может выжечь тьму из ваших душ. Придите к Его престолу. Ищите избавления, пока не поздно. От их избавления звучит жутко. Слышал того священника? Он снова толковал об избавлении. Они много болтают и вечно что-нибудь прячут. Послушать их, так Господь просто прозябает в бедности. Сам не болтай. Не то тебя сочтут еретиком и отправят на избавление. Ты тоже ищешь избавления? Да, не знаю. Я хочу быть ближе к Богу. Но эти крики пугают меня. Разве так должно быть? Это избавление. Его проводит Энгельвин? Да, он избавляет один. Потом мой черед. Но я не хочу так. Хочешь, я пойду к Энгельвину вместо тебя? А ты уйдешь. Скажи, что я должен делать. Тебе нужен особый плащ. Иначе тебя не пропустят. А потом иди по коридору и найди священника. Плащ у меня уже есть. А, точно. Тогда не забудь надеть ее, прежде чем войти. Иначе тебя туда не впустят. Ладно, я пойду туда. А ты уходи. Да, пожалуй. Как только чуть успокоюсь. Тут что-то не так. Епископ Энгельвин ничего такого не говорил. Почему они кричат? Зачем их увели туда вниз? Мне нужен епископ Энгельвин. Ты знаешь, как его найти? Если ты ищешь избавления, ждать будешь долго. Мой брат там наверху ждет уже много часов. Thank you.
уже готов к обряду? Возьми ключ. Как только ты будешь готов, входи через эту дверь. Епископ уже ждет тебя. Здравствуй, странник. Твои глаза прикрыты, но ты видишь меня. Правосудие и невинность слепы, но лишь яснее видеть. Найди их, освети путь и узришь дары Господни. Бог есть в тебе, и нет в нем никакой тьмы. Путь сквозь тьму к твоему избавлению ясен, когда освящен Господом. Загадка? Путь к избавлению. Наверняка это Энгельвин. Это раз, а это два. Правосудие и невинность освещают путь. Без них... Нагим ты вышел из чрева матери твоей. Нагим и возвратишься. Входи же, ногой и один. Лицом к лицу мне их точно не обмануть. Нужно держаться подальше от стражи. Войти в воду. Мы не сможем начать обряд, пока... Сюда. Ты знаешь, зачем пришел? Да. Ты избран для великой чести. Но это всего лишь начало. Избранных ждет суровое испытание. Запомни. Слова Господа нашего, кому много вверено, с того больше взыщут. Да, я помню. Другие были недостойны, как ты видел. Надеюсь, ты справишься лучше. Справлюсь. Твоя уверенность радует. Знай, что пути назад не будет. Я буду глух к мольбам. Все ради твоей души. Дьявол не вынесет боли, а ты вынесешь. Тебе все понятно? Да, все понятно. Возможно, мы обретем в боли радость и наслаждение. Его дарует сам Господь, чтобы помочь нам в борьбе. Теперь
готовься. Сними одежды и жди в воде, пока я не велю выйти. Я должен раздеться? Не стыдись, когда ты обнажишься, стража уйдет, а мы с тобой останемся наедине и проведем обряд. Хорошо. Оставьте нас. Прекрасно. Ты сделал верный выбор. Давай же, приступим к делу. Молю тебя, о Господи, прими эту жертву. Нужно выбираться отсюда, пока епископа не нашли. Епископа был одержим чем-то, чего я не могу понять. Принимали некий знак. Поищу рядом подходящий замок. Вот это сокровище. Энгельвин и сам не прочь пограбить. Символ. Интересно, что он означает? Владу сам с собой. Письмо Карлу, в котором говорится о нападении на Мелен. Его хотели отправить сегодня в веселый дом при таверне. Значит, король сейчас там.